такой, знаешь, чтобы я мог их этот, как оно, взять и провести как бы соревнования. Тут сидеть же надо, это же прохладненько. Пошли, пошли, пошли. Пошли, сейчас акробатику сдаем. Разминайтесь хорошо. Просто слышал недавно, то есть.
чтобы я получаю по полной программе. Хорошо. Уже качаем, девочки. Что там делаем?
Хорошо пару раз. Локтем дам. Это не вспомню. Так, Сырбу, все, заканчиваем. Семерка.
хорошо в одну сторону два раза, а потом будет вправо-влево. Но тогда уже будет диплом и может быть и дальше. Я скажу. Два раза, да? Два раза, да. Так, оценка 8. Пожалуйста. Сам переход лучше, чем у Андрея, но Андрей идет одна нога, вторая идет дальше, а ты как будто делаешь вот колесо для того, чтобы потом сделать переворот. То есть у тебя получится не до конца. Уже поздно. Уже поздно. О, вот так надо было. Поэтому больше 8 не могу поставить. Так, Сашуля, пожалуйста. Через плечо. 300 раз. То есть у вас 5 минут вы работаете как по покану.
Андрюха, вот здесь делаешь. Андрей приготовился. Все, вы учеками делаете. Так. Сейчас делает этот, как его? С выведением из равновесия, лучиковым движением, вдвоем. Андрюха, остановись, да? Значит так, у тебя два кувырка, полет кувырок. Не надо, вы вспомнили, надо делать. Сейчас я запущу. Это у нас. А, у нас здесь екобур, пышка. Блин. Дайте ручку. Первый раз.
Саш,
смотри, ты делаешь вроде бы нормально, но ты идешь, делаешь шаг и сам в таком положении. То есть ему ничего не стоит, смотри, дать тебе по шее, чтобы ты упал. Высоко, высоко ставишь ногу, высоко, поэтому заводишься. Я видел, Сергей, то смотрите, как-то он так сделал и сделал кувырок и через себя. Ногой. Я думаю, что если он высоко поставил, я думаю, что он так сделал, что с этой стороны получается руки не работают. Так, стоп, Матвей. Девочки. Девочки, дам ко мне. Девочки, ассоциация. Эй, боец, сняли куртки. Сняли куртки, положили. Там, 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 пошли. Сняли куртки. Пальцы размяли. Так, сейчас у вас задача такая. Работаем за хват туловища противника. На руках. Готовы? Петря. Туда. Андрюха, Ваня. Еще раз, половина ваша, вы сюда не заходите. Так, делаем так. Нет, чтобы у меня было хорошо. Ты чем будешь заниматься? Вон чучело есть. Приходи после тренировки и бей сколько хочешь. Нашел кого? Травмируешь все, потом будешь сидеть и по туалету идти. А он будет тебе этот плюсики тебе ставить. Вы вдвоем, Саша, сюда бегать. Вы будете здесь меняться. Вы ушли сюда. Вы здесь. Вот вы здесь работаете. Вот папа. Вот здесь. Вы здесь. Это первый, второй. Саша. Вот ваши два мата. Вот ваши. Вот ваши два мата. Еще раз. Послушайте меня внимательно. Работайте. Сколько ты лет занимаешься? Пять. Пару тренеров выигрывать. Ты можешь не выигрывать, но ты не должен падать, понимаешь? Ты где-то ошибаешься, знаешь? Эй! Встаньте дальше туда, Николай. Еще раз. Не выталкивать, но все время стоять прямо, все время руками нагрузиться. Пять минут. Че? Так, вы. Если у вас, вот я в теннис поиграл, у меня вся футболка мокрая. Девочки, сейчас дедушка разденется и поиграет с вашей.
10 приседаний. Хорошо. Ну, Александр, можно сил. Все. Все. Ваша задача перевернуть их на лопатку.
колено на спину. Спинаем. Делаешь ему удержание сбоку, удержание руки и туловища. Не шеи, а руки и туловища. Ты не передан. И туловище. Да, 20 секунд должен ее держать. Приготовились все. Дыня. Торс, торс, стоп, торс. Еще раз.